В Березовском районе судейские и прокурорские работники устроили пьяную охоту на людей. Застрелили двоих, поля по камышам. Такими заголовками пестрел интернет в последние дни. Седьмому каналу удалось получить подробности с места событий. Все произошло в селе Волково. Правда, куда менее драматично, чем интернет-заголовки. Двое сельчан сообразили на троих с местным егерем. Гулять решили в охотничьем домике. После обильных возлияний между мужчинами завязалась ссора. Собутыльники поспорили по поводу армии. Выясняли, какой род войск важнее. Дискуссия закончилась дракой и смертельным выстрелом. За ружье взялся егерь. Наутро он был задержан и допрошен. Открытым остается вопрос, кто и зачем организовал информационную провокацию против высокопоставленных чиновников. Егерь местного хозяйства взял собственное ружье, которое было на него зарегистрировано, и произвел один выстрел в сторону потерпевшего, от чего потерпевший скончался на месте. В том же хозяйстве. На месте происшествия я был лично, приезжал вместе с начальником розыска. И кроме этих двоих человек, то есть потерпевшего, егеря и третьего местного жителя и сотрудника милиции, там больше никого не было.